привет! И весна уже прям совсем идет полным ходом, так как уже вторая половина марта. Это значит, что я хочу вас порадовать очередным DIY-ем. Весенним, естественно. Поэтому давайте без дальнейшей болтовни приступим к этому видео. Хотя нет, еще одно. Если вы хотите задать мне какой-либо вопрос, пишите внизу в комментариях к этому видео. Потом, сейчас ты подписываешься на мой канал, я жду. Да, когда ты это сделал, давайте теперь приступим к видео. Ну что ж, для первого DIY нам понадобится лишь цветная бумага, скотч или клей, также нитка. Смотрим, как все показано на видео, я думаю, мой голос здесь не нужен будет. Но если будут какие-то вопросы, вы пишите в комментариях, я все подробно объясню. Для следующего DIY нам понадобится бумага, картон, карандаш, линейка, скотч, походу вы увидите. Для начала мы на бумаге рисуем макет нашего цветочка, я рисую тюльпан. Затем мы поделим его на несколько частей, то есть, допустим, сам бутон мы делим на три части, это будет три цвета. То же самое со стебельком и листочками. Мы вырезаем это все в двух экземплярах. Дальше самое главное, надо сделать нормальную коробку. У меня это получилось калечно, но я думаю, вы сделаете лучше. Вы будете лучше меня, и это будет круто. В общем, смотрим, как все сделано на видео. В принципе, получилось достаточно мило, но не знаю, решать вам. Ну, а для следующего и последнего на сегодня DIY нам понадобится картон, цветная бумага, скотч и ножницы. Все очень просто. Для начала мы вырезаем букву, но не просто букву. Внизу мы делаем небольшой задничек, чтобы наша буква стояла. Я сделала совсем небольшую, потому что я не нашла большую коробку картонную. Ну, так уж получилось. И дальше я вырезаю, делаю различные цветочки. Смотрите на видео внимательно, мне кажется, вы поймете, как их делать, потому что они очень просты.
очень надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому поставь палец вверх, так ты меня поддержишь, даже неприятно, а при этом делать людям надо. Вот. Подпишись на мой канал. Всех люблю, целую, творите. Пока!